Все, теперь по результатам. Мы видим, что у нас калибровка прошла успешно. Вот наши показатели измерения стандарта. Это 513, 511 и 512. Мы должны получить были 512 плюс-минус 2. То есть в диапазоне от 510 до 514. То есть мы попали в этот диапазон, значит, мы можем приступать к тестированию молока. Если бы диапазон у нас был выше, чем 514, либо 510, мы тогда проводим повторную калибровку.